Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Евгений Плющенко вышел на прогулку с младшим сыном Арсением. Во дворе особняка фигурист прошелся с сыном по дорожкам, а малыш с интересом разглядывал окружающую природу. Евгений Плющенко и его жена Яна Рудковская воспитывают двух сыновей, Сашу и Арсения. Евгений не перекладывает заботы о детях на плечи жены. Он сам с огромным удовольствием занимается воспитанием сыновей. Старшего Сашу он тренирует на льду, и тот уже делает успехи. А с маленьким Арсением звездный папа пока только нянчится и с удовольствием знакомит с окружающим миром. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.